Мои пожелания простые, они традиционные. Я очень хочу, чтобы как такая семейная династия Жукова, знаете, с большим количеством детей. Хочу, чтобы в ваших семьях тоже царило добро, чтобы Новый год сгладил все вот эти, знаете, шероховатости, которые были в предыдущем, чтобы дома было все полной чашей, чтобы также оливье настрогали, чтобы также елка нарядно блестела, чтобы также в кругу семьи вы могли собраться, отметить его, поднять шампанское. Знаете, в этом есть какая-то, не знаю, очень правильная идея праздника, который собирает только самых близких вокруг. Поэтому всего вам наилучшего, с Новым годом, будьте здоровы и счастливы.